Идет работа над стингером. Элемент оранжевого цвета. Велосипеду всего полгода. Его покупали летом. И, грубо говоря, он вообще ничего не отъездил. Что мы здесь имеем? Во-первых, посмотрите, какое количество грязи смазки. То сейчас все это будем отмывать. Рама была вообще вся черная. Раму уже помыли. Переключатель. Такая тоненькая рамочка. И внутри протерла уже внутреннюю поверхность. Не знаю, получится настроить, нет. Может быть, придется менять. Пошла под замену трансмиссия полностью, то есть и цепи, и звезды. Сзади поставили ось под гайки, потому что под эксцентрик ось, к сожалению, согнулась. Хотя каталась женщина, то есть не агрессивно ездила. Ну и самая, конечно, жесть — это вот такие покрышки. Вот так они называются. Сейчас я попробую. Вот на этой покрышке хорошо будет видно. Видите, какие трещины. То есть эта покрышка всего полгода. Она уже полностью вся вот так вот потрескалась. То есть на этом ездить опасно. И вот это точно такая же. Здесь просто она сейчас не на колесе. Ну вот, в принципе, видно все равно разрывы. То есть следите за покрышками. И когда покупаете вот такие покрышки, учтите, что вот могут быть очень большие проблемы. Передняя втулка была не перебрана с магазина. Была перетянута. Ее перебрали, ослабили. Заднюю втулку поменяли ось. Новая трещотка, новая цепь. Сейчас будем снимать шатун полностью, отмывать. Дальше, смотрите, как похабно сделаны рубашки и тросики. Вот так вот заходят. С этой стороны вот так вот все заходит. Сейчас мы их будем местами менять и подрезать, потому что кончики у них уже начинают пушиться. И все будем очищать от грязи. Вот уже почти все помыли. Вроде почище стало. Итак, велосипед закончен. Что мы здесь сделали? Мы перебрали обе втулки. Передний очень сильно закусывал, перебрали, все смазали, все хорошо, конуса живые. На задней был эксцентрик, ось была согнута немножко, и очень плохо крутилось колесо. Соответственно, все отмыли, поставили ось под гайки, чтобы нельзя было ее согнуть так же легко, как раньше. Поменяли заднюю звездочку, поменяли цепь, отмыли шатуны, отмыли раму, отмыли кареточный узел. Все настроили, настроили тормоза, поправили диски. Передний диск был кривой, задний диск был кривой. Нормально, красиво развели рубашки. Посмотрите, какая красота. То есть теперь ничего обраму цепляться не будет. Посмотрите, как здорово все идет. А помните, как было все нагромождено? Криво, косо. Вот. Ну и, конечно, поставили новые покрышки. Общий бюджет ремонта меньше 6 тысяч. Это уже с учетом всех запчастей, всех работ. Это уже по всем новым ценам. То есть мы цены подняли, но не значительно. И вот полная стоимость ремонта получилась меньше 6 тысяч. Это с покрышками, это со звездами, с цепями и со всеми работами. Так что вот такой велосипед поедет он еще пару лет до переборки втулок, а может и больше, смотря в какую грязь ездить. Потому что, как вы помните, здесь было просто огромное количество масла, огромное количество песка и так далее.